have ways of blowing things up. Не-не-не, подожди, здорово, ребятушки, подожди. С вами Оладушки. Тут творится полнейший... Это Молох? Да, доброго времени суток, дорогие друзья, с вами я, Перпет. Мы находимся ниже глубины, позволенной нашим корытом. На нас напала какая-то херня здоровая, малахатая. В общем, база. Да. Меня сейчас затопят. Я уже плаваю. Начало серии я бы удалось... Да, хоро! Мы врезали. О, ребята, знаете, что это? Сигма, иди посмотри. Узнаешь? Что, что, что? Мы приплыли в живой корабль. Живой корабль. Чего, блин? Что это за зеленая фигня? Заваривайтесь. Да, да. Не дайте проникнуть инфекции сюда. Я его сейчас из пушки разорву. Мы вообще-то шли на выстрелы. Тут были какие-то выстрелы в эту сторону. Ну или взрывы, или что-то, короче, типа такого. Ребят, как вам сказать? Мы тут стосковались непрямым способом. Это я понимаю. Сходите в болото, пожалуйста, посмотрите на этот ужас. Иду. Я стреляю внутрь этой твари. Видишь вот эту ржавую штуку? Вижу, вижу. Это не наш корабль. Привариваемся к ним, короче. И плывем. Чего шарпище? Как? Кого? Это ну у меня опять глюки какие-то. К нам долбится кто-то. Не открывайте. Скажите, что нет дома. Ушли за молоком, за хлебом там, короче. Не знаю, придумайте что-нибудь. Найдите секретаря. За хлебом мы не вернулись. За лотерейкой уходят и не возвращаются. Ай. Начало серии немножко нестандартное. Это мягко говоря. О, а что это вы стреляете? Да. Хорошо. Начало серии очень нестандартное. У нас тут так. Были... Йо, Перес, это немножечко планы... О, здравствуй, жоп, Новый год, вот там и все. Разобраться с кораблем. Ребят, сзади, на заднюю пушку встаньте кто-нибудь, пожалуйста. Принял, сейчас иду. Стою, но здесь никого нет. Верхняя, задняя. Ау. Где такая? Вижу. Я как раз дверку пытаюсь залатать, потому что он очень настойчиво пытался к нам войти. Опа, вижу. Ща. Фигачки. Попадание. Плюс механика. Так, ребята. Залатать всю эту фигню. Так вот, нам нужно добраться до аванпоста, извини, что перебил, да, чтобы поменять корабль. Все, теперь слово вам, давайте рассказывайте. Ёп! Это было очень неожиданно и близко. Ром, тебя провело? Нет, я живой. Жаль. Знаю. Но я не мог не пошутить. Не стреляй из дырницы, пожалуйста, по нему. Там снаряда не достанет. Я хочу выстрелить в упор по нему. Ну тогда. От ядерки. Как там радиация? 3.7. Not great, not terrible, блин. Он мертв. Патронов, кстати, тоже нет. Я перед серией все заряжал, блин, ёпарас, это сами теперь таскайте. Я все эти ящики сам перетаскал, все патроны на рельсу сам перетаскал. Почему я захожу, а тут так течет все. А, да? Слаг, иди сюда. Что, а, это мы... Короче, это... здесь поднимайся по лестнице, и ты, короче, плывешь. Я знаю, сейчас. Там вода не течет. Блин, у нас прибывает вода все равно, стой. Что-то еще. Да. Где этот фокус? Ну тут есть явно порожек такой с водой. Залатайте сверху, если есть возможность. Да, вот, я сейчас. Так изнутри ж можно было залатать спокойно. А я все равно этого молотал. Не, изнутри я там вроде некоторые вещи подлатал, но там снаружи течь. Вот, короче, на новой подлодке боты работать будут. Да, нам главное добраться до аванпоста. Мы их найдем. Деньги есть. Вот эта волшебная фраза, деньги не проблема. Хорошо. Прям да. Правда, я не уверен. Я не знаю, сколько у нас денег. Но это не точно, да? Ребят, у нас денег 8 тысяч.
И чё? Это мало. Ага, понял. Нам на подлодку не хватает. Надо кого-то... Меня лейкоцит пытается убить, помогите! Где? Я его лопнул. А, хорошо. Стой, у нас тут где-то внутри еще слышится как будто течь какая-то. Сейчас пойду гляну. Безусловно. А, я понял, где? Я понял, где? Ребята, кто считает, то, что живой корабль нужно уничтожить? Я. А, капитан! А, да нормально, вы через лобовуху выпулите, я думаю. Ну да. Так я так и хотел. Мы, кстати, балластом в их балласт пристыковались, так что... Я его приварил, да, все нормально. Да, я видел, Фрум прям приваривал. У нас теперь подлодка в два раза больше стала и в два раза падает. Слушайте, а зачем нам их взрывать? Давайте реально эту фигню потащим с собой, если... Она живая, Фрум. Она живая. Насколько она живая? Давайте спалим, а потом потащим с собой. Помнишь, у нас балласт двери закрывал? А вот у них такая же, только пушками стрелять умеет. Да. Ты уверен, но то, что оно нам надо? Оно в нас будет стрелять пушками? Да. Естественно. Ну почему? Мы же ну хорошие. Вот оно такое злое, прикинь. Хотя, кстати, хз, мы же не люди, по сути. Ну и насчет Фрума я не знаю. Но в смысле? Меня тоже уже покусали. Да я не знаю, как это работает все равно. Потому что тебя же там не этот. Лейкоциты на меня все еще кидают, так что не надо. Что думать, так что. Открой! Если ты мне не откроешь, я просто вырву эту дверь. Так. Баллончик минус. А в новой лодке не будет все так засрано, потому что эту мы засрали уже. Она будет полностью новая, и там боеприпасы для дробовика будут. Вот ради этого стоит ее купить. Накопить сначала. Накупить. Опа, выплываю наружу. Получай лейкоцит. А, шотаются, жесть. Серьезно? Из чего? Из плазменного пистолетика. Я их из герпана разное что. Я этот отбил. А хрен ли тут все мокро-то? Вы че? Здесь балластная опора захватила этот корабль. Ребят, как думаете, меня... Опа, живострел, я могу тебя вскрыть, а? Я его сейчас вскрою. Жесть, стрел сейчас вскроет. Я его вскрыл. О, у меня теперь отличная отвертка есть. Что ты там делаешь? Из чего? Ты мне? Да. А кто тут еще снаружи... Ай, блин! Нифига ты мне вшатал. Надо. Так, я сейчас к вам подойду. Тут, короче, куча починок, но... у нас какая-то фигня зеленая на оружие. А, да, это нормально. Хорошо, все, я пошел к вам. Не переживай. Не переживешь. Не переживешь, да. Переживем. Эх, вот бы фонарик. Было бы, кстати, супер бы, да? Я центральный орган нашел, кстати. Чей? Этой твари. Блин, а реально, как вы тут что-то видите? Ай, что ты сделал? Взорвал. А, это оно рвануло. Отойди. Ладно. О, все, центральный орган ламуса уничтожен. Теперь он мертв. Оно. А эти штуки, они могут присосаться? А нет, да. Вроде. Ну, могли. Они взлетают, они взрываются, когда подползают. О, снаряд рельсы, пустой. Ну, снаряд. Стреляет. Стойте, а как вы... Просверлили все. А, лейкоциты сдохли. Да, так мы ж убили таламус. Как вы вниз-то проникли? Тут все заперто. Вы что, вокруг что ли как-то? Нет, мы дырку в потолку просверлили. А, вот вы. Здорово. Черт. Я не... У меня села Вилли батарейка. Брокта? О, ломик. Заберу-ка я ломик у Вилли, все равно он ему уже не понадобится. Вот чисто в теории мы можем труп оживить? Нет. Если вживить ему что-то, то может оживить. Что за... Да я не ломаюсь, нормально. Фрум, я тут просто еще одни отсеки неисследованные нашел. У тебя если что-нибудь есть с фонариком, то ты давай тут этот. Да, я бы уже давно бы давай тут это, но мне нифига с фонариком. Шока, дубинка отличного качества. Вау, офигеть, спасибо. Отверточки нормального.
Опа, ну... шоколадная дубинка, отличная, эмигрант, отличный детонатор. О, неплохо. Я думаю, мне нужно плыть на корабль. Через ловушку сейчас заплывут. Нет, ни хрена, слушайте, ребят, ну. Не, здесь неплохо так. Там медикаменты я видел по кораблю. Заряд 30 трона на крайняк. А вы стекло закрыли, да? Ну, я заварил. А, ну ладно. Интересно, в лейкоцитах что-то мы. Да. Параликс можно найти. Жесть, Фрум, дайте параликсом ударю. Спасибо. Его пожалуйста. Надо перерабатывать. Это что? МГУС есть. Нет, его нужно переработать, сделать из него. Да что ж ты меня смываешь, что я дверь чиню. Я не хочу находиться там снаружи и это. Не хочу, чтобы все залило внутри. А куда я вообще? Ребята. А вспомнил. Я вот думал, где деньги взять. Давно известно. Где деньги, лимонки? Ну типа реально, это большая проблема. Давайте продадим что-нибудь. Жопу. Нет, это нужно. Блин, хотел бы сказать, хотел бы у тебя спросить, куда тебя тогда тарабанить будем. А я мем уже скидывал насчет этого. Или я сюда его не скидывал? Про что именно? Про то, что на каждой станции, да? А, не, это понятно, это я скидывал. А, вот, ну и ну. А. А как эта фигня попала к нам внутрь, если вы их мочили там снаружи? Они нам лобовуху пробили. Ну как они, я. Ты пробил лобовуху нам, влетев в них. Так, ладно, мы да или мы нет? Ну куда сейчас? Нам нужно плыть. Таламус, если что. А, блин, я хотел уж плыть. Ладно, ну, тогда давайте пока что на паузе решится, что тут продолжим. Ну-ка, смотрим глубина. У нас лут посыпался. Что? А, так, ребят, в общем-то... А земля, походу, зашло. А это ядерные снаряды детонировали у нас. У нас? Да. Каким образом? Вау, ребята. Это их реактор рванул. Ребята, ставим лайк за эту подлодку. Это их реактор... Минуточку, серьезно? Мог. Да я думаю, можно полочинить насос, я думаю, он определенно выкачает ган. Почему у нас хозяйственный шкафчик горит? Просто огонь, да? У меня ничего не горит здесь. Не, насос заработает, вы удивитесь. Ребята, по-моему, что-то не так с сервером. По-моему, у нас подводка плекать начала. Почему я в воздухе плаваю? Нет, почему какого воздуха хожу? Тут вода везде. Ребята, у меня тут воздух, я по воздуху плаваю и в воде хожу. Ребят, смотрите, там реактор дохнет. Наш. Наш я починил уже. Офигеть. Жесть. Не, ребят. Кини с той стороны, я буду с этой. Кого? А, тут реально огонь горит под водой, нормально. Губка лоб. Ребята, да. Я все-таки предлагаю рестарт и плыть в другую сторону. Да, рестарт и плыть в другую сторону. Короче, это в коллекцию фейлов. Это просто да. В коллекцию фейлов. Что это сейчас вообще было? Короче, мой вердикт. Мы пристыковались к Таламусу. Нас долбанул смотритель. Таламус захватил ядерный реактор, рванул его, у нас детонировал боекомплект. И мы рванули. На Луну, да. Что может быть лучше? Согласен, все что угодно. Поехали. Какой ужас. Что это сейчас было вообще? Это был один из... Так. Фух. Да, он мне пишет подсказку, что... Чаще каннибализм обычно встречается среди краулеров. Ура. Чего? Ура, ура. Не-не-не-не-не, вы слышали этот удар?
Не, нафиг, короче, уплываем из этой сраной зоны. Меня здесь не нравится, наша полотка подлая. Опекон. Насрать вообще? Хорошо, хорошо. Начиналось это все оптимистично. Да, доплывем спокойно до ванпоста, но под лодочку возьмем. За что? А? У нас резко деньги появились? Нет, я не знаю за что. Насосем? Ну это как вариант. Ну-ну. Ну, все, валим с этой подлой сратости. Я, ну нафиг, мне нравится. 2000 награды сорвалось. Мы через Таламус, думаете, пройдем? Он нам опять боекомплект рванет. Это все, по-моему, все, по-моему, из-за вашей жадности. Нужно вынести все. Нужно вынести всех. Резня. Кстати, а каким фигом нас находят, когда мы пришвартованы к какому-то бекону или что-то такое? Как нас находят твари? Мы же вроде как без активного сонара стоим, просто не шевелимся. А, так же твари, они тоже по локе плавают сами по себе. Фрум, мы сраная елка, я скидывал. Все в пушке, которые оставляют от себя сраная елка. Вот я сейчас серьезно. Ну это светодиодная лампа. Классно. То есть нам даже сонар не надо, чтобы нас увидели. А из капитанской рубки прям фонарик светит. А во лбу звезда горит, ага. Ну подсветка во все стороны обязательно. Потому что иначе снаружи ползать просто невозможно. Есть такое. Так, у нас... Ром, зачем ты мне гаечный ключ в голову засунул? Ну, так лучше думается. Хорошо. Ой, ребята, простите. Не надо! Достойно. Жилой аванпост. Фос. Выселение. Видали? Я наблюдаю. Офигеть, жаль, окно не было пробито. Ой, мы... Ура, опасная глубина. Вот эти вот звуки, это все-таки что? Я понятия не имею. Может, Сигма башкой об борт бьется, я не знаю. Не башкой. Внизу цели. Ох, ребята, если бы вы видели, в каком миллиметре от дырки прошли. А я этот, боцман, спорим сейчас по борту. Вы знаете этот анекдот? Рассмешнил, рассмешнил. Я очень хочу в Апекс, ребята, успеть еще. Ой, ребята, снизу две цели какие-то жесткие, большие. Вот они те же самые. Он вдох. Ловите его. Да. Ловите его, пожалуйста. Ему случайно нет, в глаз нет, прилетело. Нет, нет, сорян, сорян, но нет. Мы должны доплыть до ванпоста. Я так уж и быть, подумаю, можно ли как-то подлодку продать. Супер. Может быть, читами накручу, потому что и какими эту подлодку... Какими читами? Ты о чем? Мы перезапустим, все нормально с ачивками будет, не переживайте. Ну, потому что реально, мы просто продадим эту подлодку, типа... Если нельзя продавать. А лучше, чему, на самом деле... ты зрителей учишь? Я учу не играть на подлодках, которые я сделал. Логично. Мы как пример того, чего не надо делать. Ладно, тогда... Не делайте свои подлодки, пожалуйста. Хотя ладно, если вы умеете, делайте это. За что на свете? Не ходите с лагом на подлодке гулять. Я совершил много ошибок. Эта подлодка вообще... Ну, она очень хороша в плане отбиваться от кого-то. Ну как, но... если к нам постоянно заползают? Ну просто вы на пушках не сидите. Да потому что, да, нас трое. Потому что если бы боты сидели на пушках, они бы, во-первых, нам рубку снесли бы, во-вторых, выфигали бы весь арсенал на первой же остановке. Будьте добры, мы купим ботов, если мы купим ботов. Нам нужен бортовой стрелок. Нам нужно два чувака, которые... Фиг с ними, лечить нас уже не надо. Но нам нужно два человека, которые будут бегать и заплаточки ставить на корабль, а один бортовой стрелок, который будет всегда дежурить на какой-то пушке, чтобы не... О, там цели, и мы побежали, блин, все цели, все стадом. Сигма, Сигма. За сколько там тебя этот можно купить на стрелка бортового?
Кого? Что это? Почему? Ребят, сверху проблемы прям жесткие такие, классные. Прям настоящие пацаны. Реальные. Я не вижу пока что. Но я не хочу их видеть, честно говоря. Мне спереди нормально. Спереди, фигово, что спереди я не ту пушку взял. Да, что ты промахиваешься-то? Ребят, там их хоть немного. Офигеть! Что там? Это что? Что это? Почему он орёт? Не ори на меня. Мы протара... Это вот эти вот орущие твари. Чёрт, оно лезет там по обшивке. Нет, это я их отстреливаю, они дохлые катятся. Да плыть-то вон не дохлые катятся. Его в угол забило. Да плыть-то вон просто, не ори на мать. Да плыть-то вон просто, да плыть. Мёртвые никогда не... У них панцирь пробит. Ну вон сверху дрейфуют 4 мёртвых надо мной. Надо быстро идти балласт заваривать. Бегу. Тонем. Давай. Внизу, понял, сейчас. Я пока с самим молохом разберусь. Фига себе, у нас тут фауна! Фауна? Да! Мы приплыли. Ребят, насос не работает. Ёппере! Чё, у меня только блядь? Уходи, уходи, уходи. Ушёл. Я ей сейчас такое устрою. Устрою побыстрее. Можно, пожалуйста, прекратить капитана током фигачить? Это балластная опора. Они нас током бьют! Это вот эти вот оруны! А, это они нас током бьют? Это камень, бьют. Мы на камень эгорически упали. Офигенно. Балластная опора сейчас откачает воду от меня, и я ее, короче, разорву нафиг из огнемета. У меня кислородных баллонов нет больше. Уйди нафиг! У нас два нету больше, нафиг. Хана тебе! Ну не хотите, пожалуйста. Ай-яй-яй! For the Emperor! О, здесь куча воды, кстати, валяется. А почему у нас движок не работает? From. Сейчас. Ты такими вопросами задаешься? Ну, я стараюсь интересоваться актуальными вопросами, сейчас я его починю. Я понимаю то, что хэштег актуалочка. Попробуйте в хвосте говорю, пострелять по этим орунам, блин. Ребят, помогите, пожалуйста, я говорю. А вот доигрался. Ты сгорел насмерть? Да. Нет. Да. Офигеть. А, теперь да. Руина. Спасибо. А, руина. Еще один рестарт. Погнали. Руина. Почему ты сгорел? Действительно, наверное, потому что я этот мётом выжигал. А может не надо было? Хорошо, буду её 3000 лет колупать отверточкой. Ты да. Хотя бы не сгоришь, как медведь в машине. А что это за оруны нафиг? Это, оно так мозги ест. А это дети Молоха. Молохяна. Не на мать. Какое ужасство. Согласен, надо было с ядеркой сразу. На носу нет ядерки, к сожалению, да. Навесиком. В крышу нам попасть. Я знаю, что нам надо. Как назывались вот эти на палочке, которые? Граната японская на палочке так назывались. Не-не-не-не-не, у них есть какое-то название. Ну, фигня такая, что гранату привязывали... А, мина на палке. Мина на палке, да. Ой, что это? Чтоб типа танки фигачить. Теоретически человек после этого выживал, но на самом деле... Угу. Как в Battlefield. Да, ну я не знаю, я в батлу не играл, но я просто про такое оружие знаю. Так вот, нам нужна такая штука с ядерным зарядом на носу. Согласен. Вот, это если что, клевать кого-то просто прям вот так вот, оп. Желательно, чтобы она сразу в капитанской рубке была. Там на фоне, кстати, дохлый молох. Где? На фоне. Он на заднем плане. Не обращайте внимания, у него просто глюки. Пробил. Спасибо, блин. Ну ладно. Казал бы хоть. Слышь, сиди на передней пушке, отстреливайся от шпилей. Шпили вили, да. Гали-вали. Ай, стреляй! А что это снизу? Почему он такой быстрый? Сзади, снизу очень быстрая тварь поганая какая-то. Сейчас. Пытаюсь мониторить.
тупо сзади. Мы быстрее. Надеюсь, пожалуйста. Очень быстрая тварь, не заметил, как она пролетела. Мы быстрее. Да уж. Надеюсь, пожалуйста. Кто смыл в унитаз рыбные отбросы? Я видел, это из нашего корабля высыпалось. Это я. Тормозим. Санитарная зона вообще-то. Ну ладно, да. Ой, не дай бог, я на следующей подлодке, который был делать для следующего прохождения, которого они будут. Буду делать такой маленький балласт. Я хочу сделать настолько огромный балласт, чтобы если мы полностью его осушили, то мы просто со скоростью сотки вверх взлетели и протаранили. Свак! Что? Что? Что не так? Get the flamer! The heavy flamer! Ганс! Тогда надо звать Ганса. Там просто еще есть в Вархаммере реплика такая. Ну, у нас теперь балластная, скорее всего, будет. Да вообще насрать. Лучше бы сидел, смотрел за шпилем, я теперь проплыть разбил. Не могу, ёперный театр. Разбил. А. Ехай. О, спасибо тебе. Просто мне не отображается, почему-то кто на пушке сидит. Почему у нас вообще пушка перевернута? Ну ладно, насрать. Как работает быстро, тварь. Я не на передней сижу, а на верхней. Просто увидел. На верхней передней. Ну да. А чё, как ты понял, то, что у нас балластная флора? У нас, же... слушайте, у нас этот рельсотрон только что чьи-то души всасывал. Я смотрю на него, а там такой водоворот зеленый. Вот этот, да, вот этот. Не махай, вдруг он еще покушает. Ну где же ручки? Уберу руки с клавиатуры и спинку буду чесать. Спинку кресла? Конечно. Понятно. Так, сколько там времени? Вот в эти моменты, кстати, музло здесь немножечко напоминает первый Deus. Чуть-чуть, с этими нотками. На нижнюю быстро камеру! Быстро на нижнюю! Мы должны это заснять. Фотографию! Фотографию пушкой по лицу им! Фрум, ты сделал фотографию? Нет. Мы в миллиметре до аванпоста не доплыли! Ой, нет, этот... Что вы эти твари, их несколько? Они не убиваются! Какого черта? Я сейчас окно вынесу, ребят. А, у нас еще и смотритель сзади. О, достойно, здрасте, сэр. А че так лагает? Потому что их дофига. У меня еще комп взорвется, ребят. Все, минус смотритель, теперь шипохрены вот эти. Реактор хана будет, сэр. Хана нам. Раз, два, три. Бабамочка. А, нет, это сзади фон. Это сзади фон. О, жизнь смотрителя к нам прифигатила. Так я и говорю, что мы сейчас на него приземлимся, он нам смягчит немножко. Там снизу вот эта фигня шипастая. Ребят, когда мы... Нифига они уже не снизу, мы от них упали далеко. Чел, вот она, прямо под пушкой. Да? Это он мертвый, не переживай. А, да, это туша. Да. Ребят, я должен вас обрадовать? По-моему, да. одна шипая фигня у нас Ну я вас поздравляю, скорость падения 20 км в час, опасная глубина, мы ща рванем. Завариваемся быстренько, давай. Корпус подлодки поврежден на 80%, мне прострелили окно, я сейчас Нет, я не сдох. Мне просто реально? Руку оторвало. А такое возможно? Ну это я так, условно. А почему не стреляют, а боеприпасов нету? А, достойно, здесь пола нет. Но реактор пока держится, в принципе. Я и говорю, заваривайте пол по-быренькому. Я буду держатель обороны реактора. Давай. Держатель обороны реактора, пожалуйста. Иди оборону держи на мостике отстрелочном. А если в реактор сейчас чуть прилетит? Грустно будет. Очень. Хотите, с рельсотрона жахнул, вообще от всех проблем избавимся. Спасибо, ну, в смысле, и так проблем что хватает. Нам больше ничего же не надо будет в этой жизни, тогда верю. О, но вот эта фигня, она мертвая? Возможно, тот, кто находится в отсеке с реактором, сдохнет. А, я их вижу, кстати. А у меня пушки не хватает в РСТ. Вернее, ее прижало к этому, к земле.
На верхней пушке. Ребят, мне медаль дали, кстати, за выполнение миссии на... Не смотрите вверх. Ох ты ж, ё-моё! У меня шип прилетел. Ребят, если вы будете стрелять с верхних пушек, можете даже не целиться, их тут настолько много, что вы точно не промажете. Еще шип прилетел, отлично. Ай, больно вообще-то, вы что, офигели? Перестаньте кидаться, я тут залатываю, они тут притуки, блин. Видел бы ты тут, какая огромная стая плавает. Еще один шип. Вы их там отстреливаете или где? Стараюсь. Давайте. Привет, Сигма. Здорово. Их трупы уже заслонили обзор пушки. Спасибо, то, что мне голову чуть не прострелил. Пожалуйста. Не стреляй. Да возьми обратно, паран. Да алло, я их с плазменной пистолетикой очень хорошо отстреливаю. Вот это я же говорю, что нелогичность абсолютная. Почему? Да идите нафиг, чертово течение, как же оно меня раздражает. А это кто, хаск внизу или... Офигеть. Ну, я не могу просто нам за пушкой сидеть из-за того, что меня постоянно куда-то смывает. Я просто через нос смотрю, и там какой-то водолаз ржавый плавает. С зоны сбежал. Ай! Это реально хаск? Да, это очень старые хаски. Ну типа, не новые. Ну типа стандартные. Фром, не бойся, он мирный. Я не про то, тут эти шипы летают. У меня разрядился. Слышь, Фром, затаскивай к нам на корабль. Я не могу, он уже проплыл мимо меня, это было мимолетное видение. Очень жаль, Фром. Знаешь почему? Че? А мы что же хаски, он бы нам ничего не сделал. Я знаю, я не испугался его, я офигел просто от этого вида, а так все хорошо. Ну ржавый, старый, подумаешь. Обидно, наверное, да, когда притягивает ржавый, старый. Наверное, я не знаю, про меня так не говорили вроде бы. Везет. Опа, шипофигня сверху. Тут много. Ай! Куда тебя? Вот это мне сейчас в спину прилетело. Ты кровотечешь. Я знаю. Мне так нравится наш отсек отстрелочный. Я считаю, что в принципе надо в нем насос ставить. Давайте, пожалуйста, насос в каждой каюте, в каждой комнате. Просто в сортире насос поставьте. А вдруг засорится и можно будет откачать быстренько. Принесите боеприпасов, пожалуйста. Я завариваю моторный, извините. Я поплыл за боеприпасами. Офигеть! Походу все приехали. Вот это уже реально сложно. Вы их отстрелили, нет? Вроде бы нет. Ребят, я не знаю, как вам объяснить. Там настолько маленькое расстояние было до стыковки. Ну? Меньше, чем мало. И почему мы еще не там? Потому что. Там расстояние... Ты оставишь и пострелов. Потому что гладиолус, да? Да. Он самый. Там такое этот... Нам столько оставалось до этого доплыть. Да, шлюза там, я не знаю, там, наверное, писька Андрея оставалась. Хороший способ измерения, да? Не в обиду Андреем. В обиду Андреем, он у меня один Андрей очень сильно задолбал. Ну тогда в обиду. Одному какому-то конкретному Андрею, да? Одному конкретному, да. От этого черта вообще ничего не спасает, он если в комнате перданет, вы все задохнетесь. Запах еще полчаса держаться будет. У меня друг так на даче сделал. И как оно? Маленький мальчик нашел пулемет, да? Больше на даче. Там такой, конечно, пулемет классный, органический. Ду-ду-ду-ду-ду! Какого фига? Неужели щитки сгнили настолько? У нас еще окно есть? Ну да. Офигеть. Вот это да. Прикинь, стекло. Технология. Куда оно стекло? Время и стекло. О! Это этот щиток.
Считается, что нам не нужны внутренние стены, и можно заваривать внешние. Фром, ну это только у себя, у нас стрелочной нету. Да, у нас электричества нет, и никто воду не откачивает. Чёрт. А у нас вообще еще есть пробоины, типа? Ну, корпус так чинит. Да нафиг ты внутренние стены чинишь, нафиг они нужны? Ну, прикинь, там как бы в внутренних стенах они не полностью закрыты, там как бы тоже дырки есть. Ну да, да, да. Из которых вода течет. Нужно это хотя есть. Бы какое-то подобие целостности это корпуса, как? А потом уже можно и наружу выползти. Значит, скафандры не вывалились. Чуть бритва в кофе не упала. Так, у вас нет энергии, да? Такое желание бросить все и пойти в Apex, вы не представляете. Представляем. Так, сейчас. У меня то же самое, но только спать. Серьезно? Офигеть, зачем? О, он хаск у нас там внизу. Да, вот. Я вижу, рядом с реактором плавает. И пойду затащу к нам. Он уже он в реакторной, он в балласте ныкается. Здорово, друже, что ты? Ай! Ты чё? Я тебя укушу! Чёрт, блин! Ты кто ну, нам не сделает, он нас ждет! Ай! Ну вот с этим другом разбирайся сам. Раз на раз на языках, поехали. Я тебя сейчас простым языком научу, да, что так делать не надо. Против Фома нет приема. Что нас спасибо. Толкает? Короче, он меня сдолбал, плывет в него. Говно. Смотри, как надо. Я тебе сейчас затылок прострелю. Спасибо. Уже как бы. Ну а нефиг плавать. Да, согласен. Передо мной плавать. Да не нафиг. Так, мы же никуда не плывем, да? Пока. Ну, к сожалению, Фром. Не позволяет что-то, не знаю. Электричества не хватает, наверное. Двигатель слабый слишком, наверное. Точно не отсутствие целостности нашей подлодки. Ой. Почему он нас вообще кусает? Ну кусал. Уже не кусает. Уже не кусает. Мы же одной масти. Мы же одной масти. Офигеть, а где крыша? Стойте! Я себя не вижу! Я застрял в стене. А, вот все, я отстрял. Человек в стене. Он на Зеремане? Человек в себе, да. Так. Прикиньте. Чувак. Потолок есть. Вау. Правда? Я предлагаю пешком доплыть, ребят. Да, давай. Надо только скутер взять. Я не знаю, кстати, как это реально реализовано будет. Ребят, я застрял в двери, которую я починил. Тебе открыть? Откройте ее, пожалуйста. Подожди, пожалуйста. Она механическая, чтобы ты ее открыть мог. Держись, пожалуйста. Шума воды больше не слышу. Может, просто я оглох, а так все нормально. Уши дверью сажала. Все, Фром, вылазь. Не могу. А, о, отпустило. Врешь. Фух. Я уже думал, теперь я тут живу. Я бы был не против. Постелить меня в дверях? Постелить, да, как ковер. Предлагаю починить двигатель. Если так, то я бы пытался постелой. Прикольно. Хвыль, ты ж мышняк-то. Жесть, а где пол? Я ж его только что делал. Вы чё, как вы его опять потеряли-то? Пол на карте-то. Пол Уокера. Пол Уокера. Не в щитках дело, да? Там, видимо, опять реактор накрылся. Нет, в щитках. В щитках щитков нет вообще. Главный щиток реактора сдох. И реактор сейчас сдохнет. Я его не буду чинить принципиально. Могу в него пострелять. Капитан, вы офигели? Да,
Этот корабль уже не спасти. Офигеть! А что произошло? Почему свет вырубило опять? Действительно. Наверное, полное отсутствие щитков. Да я только что его починил, он. Что? Фух. Короче, что? У меня какой-то баг произошел, у меня текстурка щитка куда-то поплыла. Все, его не устраивают условия работы здесь. Меня тоже. Офигеть. О, наконец-то. Начинается откачка воды. Свет дали? Что-то включилось, да. Что-то где-то починили правильно. Закрыть дверь в реактор надо. Кто опять от двери провода отключил? Я. Чтобы она автоматически не закрывалась и сливалась вода эффективнее. Я не втыкал туда провода. Ладно, ребят, если мы все-таки доберемся до аванпоста, вернемся к реактору. Так, в общем, попытаемся. Заварите нижние двери. Где эти глисты? Вон они. Внизу. Я понимаю, ни одна пушка не работает. Я слышу воду, ребят. Мне надо, чтобы вода была. Они прогрызают дно. Грустно. Прям под нами грызутся. Ребята, действуй очень быстро. Верхние пушки не нужны, чини их, пожалуйста. Сейчас, все понятно, сейчас. Ура, абьюз механик. Они как бы нужны, но... Нижний в приоритете в данный момент. Он там прямо пушки кусается. Алло! О! Ладно. Прямо нижние пушки. Куда выдохнуть? Переехали на выдохе, прям, да. Ребят, я сейчас выйду, короче, этот. Через люк. Просто и буду вот так делать, и буду булькать. Так, хорошо, что нам дает этот аванпост? Судно Фобос 05 добралось до пункта жилого аванпоста Менес Фоса. Понял? Спасибо, я прочитал тоже. Да, да. Ура, ребята, мы приплыли. Что у нас, сколько там денег? Пойдемте тогда разбираться. Так, ладно, ребятушки, мы, в общем-то... Поменяли подлодку, сделали еще пару вещей, но подумали, что на этом будем потихонечку заканчивать сегодня. Конечно, именно поэтому. Да, именно поэтому. Не обращайте внимания на то, что мы сидим в меню. В общем, да. В следующей серии будет уже и новая лодка, уже и будем по-новому... Надеемся. Надеемся, да. Пойдем искать... Деньги мы, кстати, заработали. В рабство. Можно я расскажу, пожалуйста? Да, пожалуйста. Короче... По итогу деньги мы заработали честным путем, продали всякий шлак с нашего корабля, там ребра молоха, там глаз-алмаз какой-то от смотрителя. Ну, короче, еще только не продали, деньги у покупателей закончились. Мы ставим новую подлодку, начинаем запускаться, а двоих этих выкидывает с моего сервера. Но так как мой компьютер, к сожалению, почему-то не смог выдержать весь лут с нашей прошлой подлодки оставшейся, у меня вылетела игра нафиг. Кстати, я не знаю, что теперь с сохранением. Может, причалили? Но в случае чего, я беру Сигму под руку, подрубаем читы и быстренько доходим до этого же момента. Было бы печально, если так. Ну ладно, да. Вот, в общем-то, мне больше всего понравилось из этого всего твое обращение к твоим двум ближайшим соратникам эти двое. Ну, в принципе, все нормально. Мы его съедим потом. Да. Хотя да, спасибо большое. Ну, с другой стороны. Я вам и так по кредиту целому дам. Ешь богатый. Спасибо, что не оформил на нас. Да, кстати, еще одна новость, что мы получили по целому кредиту. Наконец-то начали выдавать зарплаты на этой сраной лодке. Так что все. Это, кстати, 1%. Вам 1% от каждой нашей миссии будет капать. Хорошо. А мне также ноль. У меня нет своей зарплаты. Я просто распределяю бюджет под лодки. Я просто все к себе гребу. Ну, вот то, что деньги, которые к нам приходят, это общий бюджет. А деньги, которые вы получаете в качестве жалования, вы на них там покупаете этанол, курьё какой-нибудь там.
Как бы это общебюджетно, оно идет тебе в карман. Погодите, значит, теперь есть шанс как-то извращенно развлечься на станции. Посмотрим, посмотрим. То есть таким ты в Baldur's Gate не хотел заниматься, решил заняться этим баратраумом? Все равно это тоже не будет видно, так же, как и в Baldur's Gate. Кстати, ребят, в Baldur's Gate приходите, только... посмотреть. Да, а также... Заходите в Discord. Минутка рекламы. Заметьте, что это минутка рекламы на нашем канале именно в конце, а не так, как делают многие редиски. Ладно, ребятушки, все, на этом. Все, будем заканчивать. А. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда. До связи.